just thinking this one. I mean, who? Вот. Хорошо вам съездить. Эта поездка осуществляется второй раз в рамках Мечники обороны массовой и военно-патриотической работы. Мы везем детей казачьих кадетских классов, которые учатся на хорошо и отлично. Осуществляется поездка за счет Анапского районного казачьего общества при поддержке администрации города курорта. Мы планируем посетить, конечно же, это каменоломни Керченские. Это самый главный объект, вот, сердца которых затронули после первой поездки, ну, детские сердца затронули этот объект. Вот. Ну и, конечно же, краеведческие музеи города-героя Керчи. В аджимушскайских каменоломнях города Керчи с мая 1942 года держали оборону советские войска, а также примкнувшие к ним мирные жители. Еду, питьевую воду и оружие добывали в вылазках, фактически с боями. По данным историков, осада длилась около 170 дней. Из 13 тысяч человек выжили лишь 48.